Всем привет, ребята! Вы на канале Рита and Миша Плей. Сегодня мы поиграем в игру Toca Kitchen 2. Да, сегодня мы будем... До этого. Да, я буду вас смешить, как вы любите. Что они солят? Надеюсь, не пол и поджечь, чтобы потом салюты такие были, блин. Рот закрой. Тебя порежу ножом. Вот такая, оп! Либо он буду резать. Ладно, нельзя. Сделай ему противную еду. Он, кстати, может это мясо съесть. Ага. Да блин, зачем ты сожрал это? А, да, шо ты? Лапшу. Что-то невкусное давай. И вот это. Пить будешь? Молчание, знак согласия. Так, ложим еще. Не, надо нарезать. Мелками еще были. Так оно так перебьет. Ну еще. Все, как раз. Ты иди отдыхай. Ой. Блин. Да блин. Все. Готово. Мясо. Это сок будет? Да. Круто. Очень вкусный. Все. Нате. Хотя не иди. Миша, это же будет вкусно. Не будет. А мяско? Так, ты иди отдыхай. Мяско мало. А знаешь, какое тут самое острое? Да. Зелененькое. Давай прям хорошо его. Еще сделаю вот это. Кисляйки. Утекать. Не смей дуть. Все, хватит. Ты знала? Да. Вкусно. Он, кстати, любит мясные эти коктейли. Чай ему пыли добавить. не только тут мяско будет. А он любит мясные. Оно не ложится. Быстрая доставка. Вот ты жмот. Так, хватит уже. Так, давай, еще не все. Что тебе сделать? Арбуз вместо мозгов положить? Ну, что-то такое. Вот такое. А ну-ка, открой горло, я что-то... А, хотя нет. Ща. Все. Мало. Скажем, что олень обосрал. А какашки были в крови. Потом что? Пожелтели. Ой, откройся. Потом пожелтели, что он на них наделал, делал все что. Потом высохли. Потом стали соленые, потому что скинул в лиман. Потом их, не знаю, что с ним сделал, их куда-то засунул, и тебя вот так вот. Так. А потом в болото уронил. А как это оказалось у нас? А не знаю. Проси у шефа. Так, теперь вот это, олень опять. Потом какашки с тем, крови были. Ржут до смерти. Потом он на них делов надел на пихель. Потом высохли. Потом в море уронил. Потом в лиман, какое море. И потом, не знаю, что он сделал. И потом в печку. Да блин. Да блин, иди в попу ты. Ты иди сюда. Ух. Миша, я думаю, нет. Хотели уже догадались, что ты хочешь сделать. А ты какашку эту хочешь?
А, ну туда не сможет уже. Вот, это у меня все сможет. Ничего себе. И давай как будто туда этот... Стой. Опять накакал. Так, олень насрал. Потом какашки из крабей были. Потом, не знаю, что. Потом они... Вот такое, потом это, потом вот это. Короче, не понимаю, все. А лимончик? Все. На тебе. Жрать подано. Ты что, вообще... Че на голову стакан тебе? Смотри, банка как челлендж. Ты сам олень. Давай, поймай трубочку, поймай трубочку. Не свести денег не будет. Так, теперь давай кукурузу, капуста, помидора, ножа. Ребят, пишите классные игры, потому что мы не знаем, что вам нравится. Ой. Вот Миша, к примеру, нравится Roblox. Да. Ой. Так надо. И да. Мне Роборибок нравится. Угу. Ну, вам что, пишите. Вот пишите ваши любимые игры. Но если они платные, мы их не будем ставить. Да, не, ну я могу купить, конечно, через Google. И не стрелял, пожалуйста. Да, не а то нас мама прибьет. Ага. И меня, и ее. Ну, втихаря можем. Так она же подписана на наш канал. Ой. Она смотрит видосы. А? Что сфоткать? Видосы смотрит? Нет. Ну, слава богу. А, я ритуал уже забыл. Какой ритуал? Олень. Кровь. Высыхает. Подписан. Лиман. Фиг знает что. А болото? Оно болото? Не, вот болото. А. Ну и болото. Так, оно потом перемешается. Ну что ты ему дал, блин? Коза. Так, не, на сковорода. Ритуал проходит. Ой, олень. Кровь. Какашки с кровью. Да. Потом высыхает, потом делает дела, потом болото, потом пошел помыл лимане, и потом фиг знает что. А зачем ему эти какашки с собой носить? У него спроси, не сведусь, сказал, горло перерезу. Так ты только что это жарил. Еще надо. Сейчас дай свое имя напишу. Ну, первую букву имени. Да блин. Ты проклятая. Все. Короче. Кстати, качаем ребят, сковородку. Летом, если не будет нашей мамы, мы можем провести очень интересный челлендж. Называется... Можно снять игру SD их стрелялки? Нет. Нет. Ну я сниму. На своем канале. Ну, ахтя, у меня собаки, ну ладно. Жрать по. Ах ты не можете соком. А где наша традиция? Традиции не надо. Давай традицию. Надо. Ладно. Кто хочет дрожать, ставьте лайки. Олень с говном, потом щиколка ихня, потом высых. Потом высыхает, потом болёто, потом не уходит, потом лиман, потом фиг знает что. Смотри, как дрожит аж. Всё. Может сок ему ещё? Нет. Не смей тут. Ладно.
Вот ты свинья, блин. Ладно, ребята, вы были на канале Rita and Misha Play. Да, сегодня мы играли в игру Toca Kitchen 2. Да, кто хочет продолжение, пишите свои игры. И кто хочет поржать, ставьте свой лайк. И Миша снимет отдельное видео уже без меня. Да. Всем пока!